Это современное здание, в котором много света. Это здание по площади позволяет принять одновременно 400 учащихся. Но это очень правильно. И я думаю, что вот это решение, когда учебному корпусу корреспондирует парк, зона отдыха, там спортивная территория для спорта, все это продумано, все это разумно, современно. Пожелаем всем успеха. А главное, пожелаем успеха ребятам, которым здесь будут учиться и уже учатся. Выпускники кадетского корпуса, они будут востребованы в самых разных направлениях. Это образование, которое гарантирует им профессиональное присутствие на рынке труда длительное время. И в этом смысле выбор тех, кто пришел в кадетский корпус, он абсолютно дальновидный, абсолютно правильный.